по-справжньому було гаряче цього року – це на ринку злетів та поглинань. Так, я чув, що компанія Facebook, котра не тільки соцмережею володіє, придбала собі один такий бізнес. Ну, Саша, це інформація як для аматора, я тобі хочу сказати. Ти точно не знаєш компанію Shire? Точно не знаю. А вона коштує 55 мільярдів доларів. Це найбільша угода року. Мені б хоч один мільярдик. Ну, я думаю, що мільярдик я тобі запропонувати не можу, а от розказати про рейтинг найбільших угод року можу. Далі. Одна з найважливіших подій 2014-го для України – це вибори нового президента. Обрали ще в першому турі неабикого, а власника величезної компанії «Рошен». Однак Петро Порошенко одразу ж пообіцяв продати більшість активів. Та найголовніше, чого чекали – це відмови від російського бізнесу. Увага до компанії повернулась після постійних обмінів санкціями між Росією, ЄС та США, а також закриття купи проєктів. В серпні ж глава держави запевнив, що до кінця року вже 100%. Справа складна, можна й почекати. Остання новина з'явилась в листопаді. Мовляв, знайшли таки підприємця, готового взяти в хороші руки компанію. Потенційний покупець – російський КДВ Груп, виробник сухариків. Однак досі деталей немає, а щодо продажу українських активів взагалі не йдеться. А компанії, що якраз займаються продажем цих активів, запевняють, процес затягнеться і надовше. З України пішла остання російська продовольча мережа «Перекрьосток». Сталося це в пік громадського бойкоту товарів з Федерації. Покупець – дніпропетровський ритейлер «Варус». Компанія отримала права оренди приміщень, обладнання та товарні залишки 13 магазинів мережі. Сторони подробиці не розголошують. За оцінками експертів, вартість української частини бізнесу становила від 5 до 10 мільйонів доларів. Обіг Apple в 2014-му перевищив доходи українського бюджету в 10 разів. За підсумками року, дохід компанії перевищить 220 мільярдів доларів. Держбюджет України на 2015-й становить приблизно 22 мільярди. Основний успіх компанії принесли продажі iPhone. Слідом ідуть гаджети iPad і Mac. А замикають міні-рейтинг медіапрогравачі iPod. Тільки на їхніх продажах компанія заробила якісь там 2,8 мільярди доларів. І незважаючи на загальну критику в бік яблучних новинок, компанія продовжує займати позицію лідера за капіталізацією серед світових гігантів. Неабияку активність цього року проявили світові соціальні мережі. Зокрема, Facebook викупив месенджер WhatsApp. Витратила компанія 16 мільярдів доларів. За словами покупця, WhatsApp отримала підтримку Facebook, але працює автономно, як і раніше. Водночас відбулася величенька покупка на російському ринку. Інтернет-холдинг Mail.ru викупив останні 48 акцій ВКонтакті. Витратили трохи більше, ніж 1,5 мільярди доларів. Таким чином, компанія отримала повний контроль над соцмережею. В цей же період місце генерального директора залишив Павел Дуров, чим неабияк збентежив користувачів. Діловий ранок на першому діловому. Прокидайтеся та посміхайтеся разом з нами. Даша, ну правда ж, коли компанія зникає, вона лишає по собі, ну, хоча б історію. Не сумуй, Сашко, звісно, лишає. Але іноді за життя створюється такий цілий клубок чуток, якихось історій, що компанія обрастає справжніми легендами. Ну, до прикладу, як у компанії Coca-Cola. Американці досі вважають, що це саме її маркетологи створили образ Санта-Клауса. Серйозно? Червоно-білі корпоративні кольори компанії, ну і так далі. Знаєш, Coca-Cola змогла створити насправді різдвяний бренд. Ну, чию рекламу ще так довго чекають? Так, і кажуть, свято наближається, думаючи, що це не Coca-Cola придумала. Давай подивимося разом з тобою та глядачами, якою ж була історія у компанії Coca-Cola. Все розпочиналося так. Травень 1886 року. Джон Пембертон, змішавши кокаїн та горіхи тропічного дерева коли, отримав надзвичайно смачний сироп. «Френко, друже, спробуй, що у мене вийшло!» – звернувся він до свого бухгалтера. Рецепт нового напою вирішили якнайшвидше записати. Так народилася Coca-Cola. До речі, назву та унікальний стилізований шрифт цього товарного знаку придумав саме бухгалтер Пембертона. Американці шедевр схвалили не одразу. Виробництво не приносило жодних прибутків. 1888 рік. Батько Кока-Коли продає права на випуск продукції Азу Кендлеру за 2300 доларів. Через три роки новий власник засновує компанію The Coca-Cola Company, яка існує й досі. Для успішного розвитку бізнесу вкрай необхідна була реклама. Розуміючи це,
Кендлер розпочав першу в історії Кока-Коли рекламну кампанію під гаслом «Пийте Кока-Колу чудово та освіжаючо». Такий хід фактично відкрив нову сторінку в історії розвитку маркетингу та реклами. І, о боже, у 1902 році з оборотом у $120 000 Кока-Кола стає найпопулярнішим напоєм в Америці. 1916 рік. Бенджамін Томас придумав унікальну форму пляшки. Вона нагадувала жіночу талію. У 1919 році Аза Кемплер продає компанію Кока-Кола банкіру Ернсту Вудрафу за $25 мільйонів. А вже через 4 роки компанію очолює син Ернста Роберт. У період свого президентства Вудраф-молодший створює корпорацію Coca-Cola Export Corporation, яка займається розвитком бізнесу в усьому світі. «1928 рік. Американська команда привозить 1000 ящиків Кока-Коли на Олімпійські ігри в Амстердам. З того часу компанії «Спорт» стали нерозлучними. А ще через 3 роки Кока-Кола дарує світу нового Санта-Клауса – сивого дідуся у костюмі фірмових кольорів компанії – червоного та білого. І понині Санта свого вигляду не змінював. Популярність напою збільшувалася щоденно. Його прагнули як наркотик. Завжди і всюди. Навіть під час Другої світової війни більше 5 мільйонів пляшок Кока-Коли доставили на фронт американським солдатам. The Coca-Cola Company на досягнутому не зупинялися. І уже у серпні 1958-го у Бостоні дебютувала сестра Кока-Коли – Фанта. А через 3 роки було запущено виробництво Спрайт. Популярне тріо і досі найбажаніше у світі. У 79-му головою The Coca-Cola Company стає Роберто Гозеетта, один із найуспішніших менеджерів 20-го століття. Зміна керманичів тільки на краще. Складається враження, що Coca-Cola приречена на успіх і не тільки на землі. У 1985 році легендарний напій відправляється на зустріч зіркам. І справді, як же у космосі без Coca-Cola? І наостанок факти. Товарний знак компанії є одним з найвідоміших на планеті. Щосекунду у світі випивають 8 тисяч стаканів одного з напоїв компанії Coca-Cola. Дві країни, у яких найвищий показник вживання Coca-Cola – це, як не дивно, Мексика та Ісландія. Реклама, звичка, смак – ось невід'ємні компоненти успіху компанії. І що би не говорили про шкідливість напою, у нашому з вами житті Coca-Cola незамінна. Робіть висновки. З вами була програма «Історія бізнесу». Діловий ранок на першому діловому. Посміхайтеся, будьте з нами. Я навіть не уявляю, скільки зусиль потрібно докласти, аби розрекламувати та зробити відомою компанію. Я думаю, що найголовніше – це креативна ідея. Думаєш, ось цю чашку можна розрекламувати та продати гарно? Ну, якщо чесно, я не спеціаліст цього, але думаю, що цілком можливо і для цього величезні кошти не потрібні. Думаєш, потрібен креатив? Так. Про креатив та про те, як просувати бренди, ми сьогодні спілкуємося з Олександром Пірковим, директором креативної агенції. Олександр Перков – власник рекламної агенції, актор театру та кіно, теле- та радіоведучий. Здобув вищу освіту у Красноярській академії музики та театру, а також у Московському гуманітарному університеті. Пройшов стажування за напрямком маркетинг у німецькому місті Хайдельберг. Наразі його агенція займається розробкою стратегії просування на ринку для українських та міжнародних компаній. Олександр, вітаю вас у нашій студії. Доброго утра. Доброе утро. Доброе утро. Представляла директора креативного агентства, такого какого-нибудь мужчину, там, не знаю, с длинной бородой или розовыми длинными волосами. Очень креативного. Да, такого. Вы выглядите очень солидно, что ли, вот для такой роли. Начнем с внешней, что это, собственно, диктует мой главный креативщик, моя жена. Сегодня для многих бизнесов, собственно, возникает вопрос, а стоит ли тратить деньги на рекламу? А как эти деньги сэкономить, возможно? Есть ли рецепты от самих рекламщиков, как это сделать? Тем более, что это не маленькие деньги. Есть компании, которые тратят от 30 до 60% бюджета на рекламу. Мы знаем о таких компаниях, знаем, что они готовы это делать. Но есть и те, кому нужно экономить. Нужно ли тратить деньги? Я, Александр, хотел бы сказать, что всегда да.
категоричное «да». Что касается теперь затрат, они могут быть абсолютно разные. Затраты на рекламу соразмерны тем амбициям и той компании, которую она занимает на рынке. Если это молодая предпринимательница, которая готовит домашнюю косметику, она может маленькую долю тратить, но она начинает тратить, потому что ей нужна упаковка. Это тоже реклама, какой-то красивый образ. Корпорация, которая тратит 60%, она уже понимает эту заложенную, собственно, стоимость в продукт, что это имидж. Поэтому я покупаю, условно, мы все с вами прекрасно понимаем, покупаю этот напиток. Я знаю, что он не очень приятный для здоровья, но тем не менее я его покупаю. От того, какую рекламу мы выбираем, зависит и бюджет, и эффективность. Очень много. Давайте по основным пунктам. Какие типы рекламы сегодня у нас присутствуют на рынке? Стандартный набор, которому уже, наверное, около 20 лет, это наружная реклама, это в размещении на ТВ рекламные ролики, это размещение на радио, это пресса и новое, это диджитал. Это то, что происходит в интернете. И, соответственно, вот та аудитория, которая уходит из реальности, уходит в онлайн. И вот там, вот сейчас происходят самые важные бои, при этом это важный исторический этап с точки зрения вообще рекламного бизнеса и Украины, и мира. Там складываются новые технологии и новые инструменты рекламы. Насколько известно, в мире, в принципе, это не новая такая технология, то есть она уже более устаканившаяся, чем у нас. Используется в мире. То есть мы берем какие-то опыт оттуда, или мы все-таки стараемся по-новому развиваться, но в Украине? Чаще всего мы принимаем какие-то на себя новые опыты, но мы развиваем какие-то свои инструменты. Есть понятие локализации, то есть мы должны понять, кому мы апеллируем. То есть то, что, то, что будет понятно целевой аудитории, например, в Нигерии, чаще всего является туманным, например, для жителей Украины. Потребитель, да, если говорить про него, он все-таки смотрит до сих пор наружную рекламу, там, прессу, или уже начинает и сам переходить в интернет? Это очень интересный вопрос. Это все в сегодняшней рекламной теории называется белый шум. Сейчас с вами хорошо, внимательно осмотрим даже нашу студию, мы увидим как минимум 5-7 брендов. Дело в том, что чаще всего мозг в последнее время не воспринимает. Это называется белый информационный шум. И достучаться до потребителя для того, чтобы он сделал выбор или хотя бы тебя запомнил, весьма сложно. Поэтому да, потребитель смотрит, да, потребитель оценивает, но потребитель чаще всего не запоминает или забывает через несколько секунд. И в этом есть главная проблема, с которой сегодня рекламный бизнес мира и работает. Поиск новых инструментов для того, чтобы тебя услышали среди этого белого шума. Ну, к примеру, говоря о том, что здесь сейчас есть приблизительно 7 брендов, да, условно говоря, нам нужно продать мандарин, да, и сделать рекламу мандарину. Мандаринов очень много, и выбрать среди них сложно. Этот мандарин, он должен кого заинтересовать? Этот мандарин сколько стоит? А вы готовы уступить в цене? То есть это все складывает те параметры, по которым мы и будем зарабатывать какую-то идею. Это самый-самый важный момент. Чем больше вы мне расскажете, чем больше я задам вопросов, тем больше у нас будет результативной работы и предложенных каких-то 3-4 концепций четких. Довольно часто сегодня, говоря о диджитале, об использовании современных технологий в рекламе, собственно, говорят, к примеру, вот мне нужно продать мандарин, лучше я найду своего потребителя, пообщаюсь с ним в соцсетях и фактически вот принесу ему этот мандарин. И как, ну, казалось бы, да, соцсети, это все бесплатно, это дешево. Работа через социальные сети, даже по продаже мандаринов, весьма интересная идея. Ну, вам уже как креативщику, по крайней мере, ну, уже 5 баллов. Но она сложна тем, какую целевую аудиторию мы получаем. То есть она весьма маленькая, то есть та аудитория, которая будет готова заказать у вас мандарин. Это раз. Два. Вы должны быть интересны этой аудитории. Это весьма сложно. Она действительно, ну, если вы будете вести эту работу, вы должны будете стать неким законодателем моды. То есть, проще говоря, если вы в течение долгого периода, хотя бы несколько месяцев, не только собирали френдов, а они собирались потому, что на вашей странице интересно, но и вы интересный рассказчик на тему мандаринов, и вы знаете 15 миллиардов хороших примеров о том, как можно скушать мандарин, где он растет и почему это удивительный и самый-самый главный фрукт вообще в вашей жизни. Ну, то есть, и вот тогда, набрав этот круг
ваших последователей, возможно, среди то них. То есть фактически в центре внимания у нас совершенно не продукт. Абсолютно. Есть продукт, какой угодно, а есть лучи вокруг этого продукта. И вот создать эти лучи, поддерживать и добавлять в них света и цвета, это главнейшая наша задача, наше ремесло, и это сложная задача. Собственно, свечение, то, что мы сейчас только что описали из примера с мандаринами в социальных сетях, это и есть сложная работа, которой занимаются рекламщики и креативщики. Ну, пока я буду заниматься этой работой, мой конкурент сможет поставить скидку 30% на свои мандарины и получить большее количество клиентов. Так ли это? Абсолютно верно. Так, но вы получите 5 клиентов по цене через полгода, когда ваш конкурент уже все распродал. Он доволен, счастлив, он живет на Мальдивах. Если вы не обанкротитесь до этого времени. Если вы не обанкротитесь, будете настойчивы, это очень важно в рекламе. Постоянство работы – это важный принцип. Когда вы через полгода продадите 5 мандаринов по цене всей его продукции, потому что вы работали на исключительно эксклюзивную аудиторию через социальную сеть. То есть ваша целевая аудитория – платиновая. Кризис с компанией, чем нужно заниматься? Это сложно. На этапе старта бизнеса заниматься с рутинными вопросами и вопросами маркетинга, и в частности рекламы, очень сложно. Я сам пережил это, стартую собственное агентство. Это весьма сложно, но это делать нужно. Зачем? Неустанная и каждодневная, ежемесячная, ежегодная работа приводит к высоким результатам. Это тот самый принцип, когда уже не автор пишет книгу, а книга пишет автора. Вот реклама и создание бренда – это тот, собственно, процесс, который возникает сам по себе, когда уже было вложено в этот бренд, и он начинает работать на вас. Если говорить о направлениях рекламы, мы в начале разговора упоминали о том, что в определенной части работы украинский рекламный рынок ориентируется на западные образцы, хотя мы еще находимся в таком мы еще у истоков, назовем это так. Мы в своем поиске. Хорошо. Следуем ли мы трендам, рекламным трендам, то бишь какую-то стилистику европейскую, американскую, поддерживаем ли мы, какая она сегодня? Отличный вопрос и вместе с тем очень сложный вопрос. Мы формируем, да, свое представление. Вот сейчас можно сказать, что оно выкристаллизовывается в направлении патриотизма. Наши события, которые произошли в этом году, очень серьезно изменили отношение как целевой аудитории, так и продуцентов, в частности, вообще представителей рекламного бизнеса, вот этих предложений. И очень мощно, искренне и красиво, патриотично. Вот что называется вот сейчас, по моему представлению, а я очень внимательно отслеживаю вот эти тренды и являюсь основателем публикаций именно для рекламщиков, вот каких-то порталов информационных, графического больше всего контента, исследую разные направления рекламы в разных странах. Так вот, у нас сейчас по-настоящему исчезла шароварщина, и появились очень красивые, по-настоящему украинские ноты в шрифтах, в красивом представлении без руночки. Возможно, вышиванка приобретает новый смысл. Как по мне, начинается все с малого, да, вот с визитки, например. У вас наверняка есть визитка. Да, да, я подготовился к этому. Вот визитка, пожалуйста, нашего агентства, но вот суть не в том, что мы с вами уже знакомы. Но, если честно, это больше мне напоминает банковскую карту, например. Ну, вы очень близки от задумки. Серьезно? Этого. Мы ее воплощали почти она год. Она абсолютно не мнется. В момент знакомства, чаще всего, когда мы приходим, вот как если бы я нашу встречу начал с того, что вам презентовал свою визитку, есть фактор влияния и давления на своего собеседника и партнера, что вы такие властолюбивые и, в общем, к вам пришли что-то просить. Некоторые представители бизнеса, в первую очередь среднего, вот они там могут мять эту визитку, стучать по столу, ну, в общем, все делают весьма презрительно, и это в какой-то степени, этому учат, кстати, в бизнес-школах, вот, такого превалирования явного, они ее мнут и, в общем-то, таким образом тебя принижают. Шведами предложен момент бороться с этим. Они изготовили металлические визитки. Когда обладатель хотел превалировать и давлеть на того, кто к нему пришел с этой обычной визиткой, он, как всегда, традиционно ее мял, сгибал, подстучал по столу и, соответственно, потом через несколько секунд отбрасывал, потому что она режет пальцы. То есть приобретает такой уже бизнес-этика-функционал. То есть вы защищены, на вас не будут давлеть. Спасибо большое, было приятно познакомиться и пообщаться. Взаимно. Будем рады видеть вас еще. Спасибо, зовите. Ну, я хочу пожелать нашим телезрителям успешного 2015 года в своих делах, начинаниях и любых бизнес-устремлениях. Того же желаем и вам.